измерение большого напряжения и электрического заряда приборами статического типа, электрометра, является одним из классических способов для такого рода лабораторных измерений. Однако электрометр Вольта Беннета демонстрирует наличие электрического заряда, не измеряя его величину. В отличие от него, электрометр Хенли, имеющий градацию величины заряда, является таким образом измерительным, а не детектором прибором. Конструктивно он состоит из небольшого электрического маятника в виде деревянного стержня, к которому прилагается масштабная шкала из картона. В центре шкалы находится подвижная ось, которая заканчивается гравитационным шаром. Появление электрического заряда на шаре приводит к тому, что ось отклоняется на угол, зависящий от силы приложенного заряда. Этот прибор был создан в 1770 году английским физиком Уильямом Хенли. Фактически являлся первым электроизмерительным прибором.